я вновь это подчеркну, в условиях, мягко говоря, непростых, государство наделено необходимым инструментарием, и мы дополним этот инструментарий. Завтра Госдума соберется на внеочередное заседание, где мы в том числе будем рассматривать закон об установлении ответственности за так называемый fake news, то есть за распространение заведомо ложных общественно значимой информации, связанных с действиями наших военнослужащих. А про национализацию можно? Про национализацию вопрос не ко мне. Но поставить надо. Но я здесь... понимаю, что в целях Южной Америки это актуальная тема, нет, тем не менее. Но здесь же вопрос в другом. И вот это то, что вот почему вы друг друга не слышите. Ты говоришь...